Окутанные магией цифры 8, двойной юбилей сегодня празднуют узнаваемые благодаря своему индивидуальному стилю Владимир Прокопцов. Ровно 65 лет назад на свет появился художник, который вот уже 20 лет возглавляет Национальный художественный музей Беларуси. Вместе с Прокопцовым храм произведений высокого искусства переживает эпоху Возрождения. Пополняющаяся коллекция уже достигла примерно 30 тысяч шедевров, но экспонируется лишь 4%. Эту проблему решит самый масштабный, грандиозный проект. Музейный квартал, объединяющий сразу несколько зданий по периметру улиц Кирова, Ленина и Маркса. Мне не соромно перед своими попередниками. И, конечно, для меня сегодня это вельми отказная посада директора увогуле. Потому что это тут стоит не только коллектив музея, а тут и каштовности музейные. Это бренд Беларуси. И, конечно, для меня, для директора, безумовно, на первом плане это праца как директор. А потом, как мастак, как мастерствознавца. Сегодня в 8 утра Владимир Прокопцов открыл персональный вернисаж. Кроме перформанса по случаю дня рождения, в переходной галерее музея авторская экспозиция не директора, а художника Прокопцова. Пейзажи, натюрморты посвящены году Малой Родины, деревне Жгунская, Буда, Добружского района, откуда живописец родом. Владимира Прокопцова поздравляет и Бел телерадиокомпания. Сегодня на телеканале «Беларусь-3» в 22:40 специальная именная программа «Струны просторы часу».